В Югре прошло первое вручение паспортов признанным гражданам Луганской и Донецкой республик. Отметим, что это важный следующий шаг после проведения референдума. После вступления в состав России жители были официально признаны гражданами нашей страны. Речь идет не только о тех людях, которые остались на своей малой родине, но и о тех, кто в силу обстоятельств был вынужден переехать. Работа по выдаче паспортов началась в Сургуте. В торжественной обстановке жителям вручили документы, удостоверяющие личность. Поздравляю вас с признанием гражданства Российской Федерации. Уверен, что это ваше взвешенное, обдуманное, правильное решение. Прошу вас всех соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. Любить, с любовью относиться к Российской Федерации. Уже получили паспорта 10 человек, выдача продолжается, работа в этом направлении проходит оперативно. Например, как рассказал Александр Марцик, полный пакет необходимых бумаг он и члены его семьи в управление по вопросам миграции предоставили несколько дней назад. Накануне приняли присягу и уже получили заветные документы. Александр с женой и дочкой в Сургут были эвакуированы спасателями еще в апреле. Приехали из Мариуполя, приехали мы в Сургут. 5 апреля решение уже было принято стать россиянами, получить гражданство, получили паспорт, вот сегодня выдали, и этому мы очень рады всем, вся семья моя. Дочка будет получать вот будет на днях, да, вчера с нами, вчера присягу принимала.